тема – це як впливає поведінка батьків на подальший розвиток дитини. Ця тема для нас дуже близька, оскільки в нас є старший братик, якому 10 рочків, і зараз Лада і братик своїм прикладом, і ми своїми з дружиною взаємовідносинами. Зараз намагаємось показати і змоделювати саме ту ситуацію, яку ми бачимо, хочемо бачити в своїх дітях. Тобто, як ми мріємо, щоб вони поводили себе в подальшому в сім'ї. Кожна сім'я будує свої стосунки на принципах взаємоповаги, взаєморозуміння, тому ми намагаємось ці всі ситуації привити нашим дітям. Тобто кожна дитина, як губка, впитує те, що вона бачить від поведінки своїх батьків. Це, вибачте, якщо ми там зранку підіймаємось, то так, всі кажемо «добрий ранок», одне одному цілуємо один одного, цим самим формуємо якийсь позитив у дитини. Це і є таким, знаєте, як дитина буде бачити, як поводяться батьки, тоді вона буде поводити себе сама. Тому це надзвичайно важливе питання, яке стосується поведінки батьків у побуті. Тому що сім'я – це найперше, що формує свідомість дитини і її, скажімо так, вихід чи підготовку виходу до суспільства. Що стосується таких зовсім-зовсім маленьких дітей, то особисто моя думка, що дитина має перш за все бачити батькову, материну, брату, там, сестри посмішку, позитив, не має плакати. Вона повинна розуміти, що батьки прислухаються до її якихось там чи забаганок, чи може якихось там побажань, мрій. Тому дитина має перш за все, як на мій погляд, менше плакати взагалі. И я хочу вам рассказать сегодня свои впечатления на очень важную тему. Это влияние образа жизни родителей на поведение и в целом на ребенка. Все, что я буду рассказывать, это будет звучать исключительно из моего опыта. Я против шаблонного воспитания. Я за более гармоничное, более чувственное, настоящее, живое, социальное воспитание. Начнем с простого. Ребенок в нашей жизни не появляется внезапно. Это довольно-таки длительный этап. Этап клонирования, потом этап беременности, этап рождения ребенка. И до момента появления ребенка в семье уже есть установившийся определенный режим. Режим, в котором живут родители. Это работа, это поведение, отдых, развлечения. Да, разный в целом образ жизни. И когда появляется ребенок, каждый ведет себя по-разному. В нашей семье было принято так, что с появлением ребенка у нас ничего не меняется. И ребенок, так как он маленький, еще он только родился, это совершенно новый человек, у которого еще нету ни своих ни установок, ничего. Он может принимать то, что мы ему даем. Если у нас принято вести определенный образ жизни, мы подстроим ребенка исключительно под этот образ жизни, но обязательно будем учитывать и пожелания ребеночка. Что я имею в виду? Делать это не против силы, прислушиваться к пожеланию ребенка. Естественно, если ему не нравится что-либо делать, естественно, мы не будем заставлять и через силу что-то там требовать от него. Нет, ни в коем случае. То есть в данном случае должна быть определенная гармония. Чувствовать, что комфортно для нашего ребенка, какой образ жизни ему более подходит, что ли. Но при этом не ломать и свои рамки. Это такая тема, которую нужно, наверное, обсуждать еще, когда ребенок маленький, и показывать своим примером, потому что кто, как не мы, покажем ребенку пример. Вот что касается меня, я была на 9-м месяце беременности и активно занималась фотографией, всю свою жизнь, как бы со школы я занимаюсь фотографией. Я была в таком движении. У нас было у друзей, сколько мы свадеб с Никитой отплясали, 4 свадьбы мы были, на 5 даже свадьбах мы были. Вот. И я считаю, что это, наверное, как-то передалось, что еще начинается с внутриутробного развития у ребенка. Никита сейчас активный, что меня не может не радовать, потому что я считаю, что это полностью отражение родителей. Вот какие мы с мужем, такой вот и ребенок. Хорошо. Вот.
Поэтому мне хочется, чтобы, наверное, каждый родитель показывал своим примером спортзалы, тренировки. С маленького возраста, я думаю, что очень хорошо отцу, если это мальчик непосредственно, очень хорошо своим примером показывать. На плавание, не знаю, возможно, его брать с собой на тренировки разные, чтобы он видел, потому что какой дом мы построим, какие кирпичики мы заложим, такой дом и будет вот, в отражениях наших детей. И какие бы, наверное, ветра б не дули, этот дом не сломать, если фундамент надежный. Естественно, когда ребеночек растет, то он берет пример всегда со своих родителей, потому что первое, что его окружает, и семья, в которой он находится, это тот образ жизни и тот мир, который познает ребенок первым. И очень важно помнить об этом родителям, которые по какой-то причине забывают о том, что у них растет маленькое чудо, и что это чудо сосчитывает информацию даже невольно. Даже когда родители скрывают свои эмоции, ребенок сосчитывает информацию тогда, когда им кажется, что они играют, и они могут свое какое-то расстройство или пренебрежение друг другом скрыть. Это чувствуется всегда, и от этого очень часто страдают дети. Когда общаешься с закрытыми детьми, я имею в виду закрытыми пациентами, да, детками, то когда они раскрываются, и первую причину своего ухода в себя они называют именно вопросы отношения родителей. Поэтому родители должны сознательно подходить к этому вопросу. Почему? Потому что мышление, поведение, образ жизни, разговор, стиль речи, это все ребенок наследует. Он смотрит, как поступает родитель, и точно так же поступает сам. Даже если в садике, он пошел в садике воспитывает, ну там в группе другой микроклимат, можно легко проследить, какие отношения в семье у каждого ребенка. На примере нашей семьи. Мы оба родителя, я бизнес-мама, папа у нас также в бизнесе. Вот, и прерывать полностью свою деятельность с появлением ребенка, ну, это было бы, наверное, слишком глупо. Совмещать, да, можно. Не на 100%, как я это представляла себе, но вполне возможно. Быть мамой и быть руководителем, это все-таки разные грани, и я хочу рассказать, как это влияет на воспитание нашего ребенка. Где-то это закаляет ребеночка, потому что определенное время я могу отлучиться по своей работе, вот, и ребенок вынужден будет остаться гулять с няней, либо с бабушками. Что касается детей більш старшого віку, то вони теж мають зростати насамперед всього в сімейних умовах. Мається на увазі, на мій погляд, сімейні умови, які, коли дитина бачить, як батько відноситься до матері, як відносяться діти, старший брат до старшої сестри, чи навпаки, старша сестра до молодшого брата. Щоб ця дитина розуміла про те, що сім'я – це найголовніше в її житті. І саме так, як вона буде поводити себе в сім'ї, вона буде поводити себе у суспільстві, вона буде поводити себе десь взагалі там на роботі, десь в побуті, при інших якихось там умовах. Многі батьки думають, що якщо куплять багато ігрушок, то цим самим вони куплять любов. Но, к сожалению, мало кто понимает, что действительно детям нужна самая малость, вот так посидеть с ними, поиграть, чтобы они там что-то поделали. Поэтому думаю, что нужно показывать своим примером. И у меня, знаете, когда я родила ребенка, у меня такое было, я хочу пропагандировать всем своим друзьям, рассказываю, что у меня такая вот кредо мое, и девиз нашей семьи – это счастливая мама, счастливый ребенок. Я считаю, что если будет счастлива мама, то как она себя чувствует, когда ребенок маленький, они чувствуют очень хорошо. И то, как мама будет себя чувствовать, будет и ребенок такой же быть. Если она будет хорошо, все у нее будет, она будет счастлива, то, наверное, и у ребенка тоже все будет в порядке.